Ну и что ж, всем привет, дорогие друзья, сегодня будем играть в игру под названием Minecraft, и это у нас обзор мода на вот такие вот казаны, и это у нас казаны из игры Don't Starve, кто играл, тот поймет. Это у нас обычный казан, это у нас казан Варли, ну, а это так, просто казан, можно сказать, как из Майнкрафта, ну хотя такого нет. И отличие у них только тем, то что некоторые рецепты требуют большего казана, ну то есть можно сказать, это у нас... Как это у нас? Это обычный казан. Это казан ультра, а это вообще премиум. Но они иногда меняют название, то есть иногда Pro Max называется, вот Max Ultra. Ну, то есть у них довольно разные названия. Итак, когда мы заходим в мир, нам выдают вот такую вот книжечку. Мы в нее заходим, и тут написано все. Здесь написаны крафты, то есть крафтится обычно вот так. Премиум вот так, точнее супер, ну да. И ультра супер крафтится вот таким вот образом. Даже сердце моря понадобится. Также в этой книжке у нас есть все рецепты из этого мода. Давайте попробуем скрафтить кашицу. Ну, то есть кашица, она нам ничего не дает. И, как мы знаем по игре Don't Starve, она делается, если мы засунем 4 палочки. И пожарим их. И вот такая каждая прожарка занимает 10 секунд. И давай. И да, как видим, мы получили кашицу. Я предполагаю, что ты не будешь есть это. Но мы это съедаем. Но нам дается тошнота, но хотя в игре нам ничего не дается, но по сути это нам ничего не дает. Давайте также попробуем сделать мясо монстра, а как оно делается, мы не знаем. Давайте посмотрим. Так, это ингредиенты у нас. Давайте, ну а, это, кстати, категории. И заходим сюда, и как видим, вот они у нас, рецепты. И здесь у нас просто более 40 разных. Вот, давайте, кстати, meatballs. Тут нам, как пишут, нужно скомбинировать мясо, ну и inedibles. Получается, нам нужно засунуть мясо и вот с такой пометочкой inedible. Ну, допустим, давайте засунем туда 3 сырых свининки. Вот так. И, допустим, палочку засунем. Она у нас начала готовиться. Давайте подождем. И да, кстати, они готовятся дольше. То есть, как видим, оно очень-очень-очень медленно. На это занимает примерно 30 секунд, как в обычном Don't Starve. Это довольно прикольно. И давай. И все. Ну да, получил, конечно, не то, что хотел. Давайте попробуем скрафтить все чисто из мяса. По сути, должна получиться мясная похлебка. Так, где у нас тут есть уголь? Нет, угля нигде нет. Ладно, давайте вот так. И давайте пока что посмотрим, что тут еще есть. Тут есть даже конфетки. Монстр лазанья. И вот она даже мясная наша похлебка. Также есть забыл, блин, как они называются. Ну, короче, вот такие штучки. Там нужно мясо, любые яйца и любые овощи. Ну, если вы понимаете английский, то вы легко разберетесь в этих рецептах. Так, сколько там оно готовится? Да, как видим, у нас приготовилась мясная похлебка. Давайте ее скушаем. Так, нам какой-то дался эффект. Давайте еще раз. Нам дается какой-то эффект, но он моментально исчезает. Также некоторая еда дает нам какие-то бафы. То есть давайте пробуем сделаем монстр лазанью. Нам нужно 2 монстра мяса. Ну, то есть, если монстр мяса. Ну, допустим, давайте возьмем глазики. Где у нас глазики? Давайте их найдем. Глаз, мун. Так, вот. Паучий глаз. Так, давайте его вот так сделаем. И палочку одну тогда добавим. Вот. И пусть оно готовится. И я маленько ошибся. Надо было засунуть сюда 4 глаза. И, как видим, у нас получается монстр лазанья. Давайте ее схаваем. Как видим, надается отравление и голод. Не очень приятные, конечно, бафы, но в игре понижается рассудок. Давайте еще попробуем сделать, к примеру. Ну, давайте попробуем сделать рыбные палочки, допустим. Итак, нам нужно... чтобы было 0,5 рыба и одна палочка, или бамбуковая. Давайте возьмем тогда рыбу. 0,5. Так, вот 0,5 рыба. И давайте возьмем одну палочку. Ну, давайте бамбуковую палочку, как нас просят. Бамбуковая. Ну, или можно обычную, то же самое пойдет. Так, давайте. Оп. И все, пошел процесс. Так, она уже практически, просто милиписечка осталась. Вот просто милипилиписечка осталась. И да, мы получили рыбные палочки. Ну, в общем-то, на вот этом все. О, нам дали регенерацию 2. Это у нас был мод на Майнкрафт.
которые добавляют нам казаны. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И всем пока. Пока-пока-пока. Пока.